Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас я расскажу про куклу Monster High Draculaura серии 13 желаний специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Коробка размерами чуть больше стандартного. На ней вы увидите надпись, логотип, герб Monster High, а также саму куколку Draculaura, логотип серии 13 желаний, а в верхнем углу вы увидите обложку DVD-диска с этим мультиком. На боковой стороне надпись Monster High, на тыльной стороне надпись и логотип Monster High, а также персонажи этой коллекции и логотип Mattel. Давайте рассмотрим нашу куколку Draculaura повнимательнее. Волосы у нее розового цвета с черными и блестящими прядями. Макияж: коричневые брови, розовые с золотым тени, блестящее сердечко на щечке, блестящие красные губки и маленькие белые клычки. На Draculaura очень много золотых аксессуаров, выполненных в форме сердец, паутины и крыльев летучей мыши. Это ее корона, сережки, ожерелье и массивные браслеты. Платье у Draculaura черного цвета, украшенные блестяшками, золотой шнуровкой, розовой лентой и многослойной юбкой. Первый слой украшен принтом с паутиной, сердечками и крыльями летучей мыши. Второй слой – это черная сетка с золотыми нитками. И третий слой – розовый. На ножках у нее прелестные босоножки, выполненные в форме паутины розового цвета и высокой золотой платформой. Также в набор входит волшебная лампа для исполнения желаний розового цвета, расчесочка, фотография самой Draculaura и подставка прозрачная нестандартного вида. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Юля специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Всем пока!